Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем мастер-классе. Сегодня он будет посвящен вот такому ожерелью. Для начала мы с вами сплетем вот такую заготовочку. Для этого мы набираем с вами бусинку 4 мм, бисер. Вот мы с вами делаем набор. Отодвигаем на низ и завязываем колечко. Делаем несколько узелков. Ненужный конец лески мы обрезаем и проходим иголочкой бисеринку. И делаем набор. 2 бисера синих, 1 бисер бронзового цвета и 2 синих. И проходим в следующую бисеринку. Опять набираем. Проходим бисеринку. И проходим в 2 верхние бисеринки. И бронзовую. И делаем набор. 1 бисеринка и бусинка рондель 4 миллиметра. Проходим в следующую верхнюю бронзовую бисеринку. Так мы поплетаем по кругу.
провязали. Дальше проходим через бисер, бусинку и бисер, опять бисер, и бисер 10 размера. И делаем такой набор. И проходим через 3 бисеринки. Переворачиваем и набираем 4 бисеринки. Проходим бисер, опять набираем 4. И опять набираем 4. И проходим нижнюю. И проходим иголочкой. Раз, два, так. Раз, два, три бисеринки. Берем бисер, то что у нас покрупнее, и проходим 1, 2, 3, 4 бисеринки. То есть 5 бисеринки. То есть между 4 бисеринок вот наша лесочка. Берем бисеринку одну и проходим 1, 2, 3, 4, 5. И последнюю. Вот мы обвязали. Проходим вниз через 2 бисеринки и через бисеринку между бусинками. Берем бусину рондель 8 миллиметров смотрим параллельно этой бисеринки
проходим бисер. Вот и все, наша заготовочка готова. Таких заготовок нам нужно сделать у меня 9 у меня вот с такими капельками и 4 без них. И теперь мы будем с вами соединять. И начинаем соединять наше колье. Для этого мы леской выходим вот в эту бисеринку. Берем бусину рондель, которая на 6 миллиметров. Берем следующее изделие. И проходим верхнюю бисеринку. Дальше проходим бусину рондель. Подтягиваем. И проходим обратно бисер. Подтянули, проходим обратно бусину рондель, бисер. Проходим вниз. Для того, чтобы закрепить следующую заготовочку.
Вот мы с вами добрались уже до серединки. И теперь выставляем ровно, чтобы оно было равномерно, одинаково. Берем бусину рондель 8 миллиметров. И проходим бисер. Берем бусину 8 миллиметров. Я хочу, чтобы вот такой вот у нас был зазор небольшой. И набираю 6 бисеринок. Беру еще одну бусину рондель. Нашу заготовочку. И присоединяю их. Прохожу через весь набор. Такая у меня серединка получилась. И таким образом мы продолжаем оплетать до конца колье. После того, как вы соединили все части, вставляем замочек и носим. Кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!